Не скорбите. Не сомневайтесь. То, что вы сделали в Эдеме, стало трагедией, но необходимой. Эдем предназначался человечеству, а не нефилимам. Это было великой победой для равновесия, для вас, всадники. Победой? Где смерть и ярость? Неважно. У вас будет иная цель. Люцифер, повелитель ада, все еще строит козни человечеству. И пусть они слабы, эти неопытные создания необходимы для равновесия. Мы полагаем, что демон Самаэль, хозяин чернокаменного замка, сговорился с Люцифером. Отыщите Самаэля, раскройте их замысел, послужите равновесию, покажите им цену пренебрежения советом.